Добрый день, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск, потому что вчера кое-кто стал обладательницей вот такой классной штуки. Если вам известно, если вы смотрели наши выпуски до этого, то вы, наверное, знаете, что у нас есть уже два самоката у каждого. Это Ninebot ES 2, которые служат верой и правдой уже 2 года. И сегодня мы решили обновить наши устройства и купили новый такой же Ninebot, только версия не 1.2, как у нас было, а версия 1.7. Обычно эта штука указывается здесь, я видел, но у нас она указана в углу коробки. Ninebot версия 1.7. Так, вот по поводу версии в нашем варианте. Она сбоку на коробке. И сегодня вместе с вами мы вскроем эту коробку и посмотрим, чем версия 1.7 отличается от версии 1.2. Ведь прошло уже более 3 лет с момента, как вышел первый. Итак, мы начинаем. Я не стал при вас разбирать все эти коробки, а собрал самокат сам, чтобы сэкономить ваше время. Что могу сказать на первый взгляд? Во-первых, комплектация Xiaomi не изменилась. Это блок родной с надписью Sigway. Ключ для сборки именно руля. Пакетик с 5 болтами, хотя их здесь 4. И вот такие книжки по эксплуатации. В данном варианте есть даже надписи на русском языке. Все это было в предыдущей версии 1.2. Сразу меня удивило то, что самокат черного цвета. Если вы помните, наши были серебряные. Тут и самокат черного цвета, и мотор-колесо, и заднее. Все выполнено в черном цвете. И я сразу подумал, что это версия ES4. Хотя ES4 отличалась только вот цветом и дополнительной батареей. Как вы знаете, ES4 это в принципе тот же ES2, просто с дополнительной батареей, цвет черный и вот эта подножка, которая у ES4, здесь какая-то, у ES4 она ребристая, а у ES2 она полностью гладкая. Конечно, я думаю, что ребристая она более устойчива. Но вот не знаю в плане, как насчет помыть. Я не знаю, как покажет себе черный цвет, хотя он очень стильный, такой блестящий. Но серебро зарекомендовало себя очень хорошо. И оно практически не пачкалось. Не сильно были видны какие-то царапины. Хотя, как я и говорил, наши самокаты у нас были 3 года. Что еще? Что еще? Вот этот ключ, да, который идет в комплекте, он подходит только для того, чтобы собрать вот эту рулевую колонку. Больше никуда, никаким болтам он не подходит. Рассчитано на то, что ты приходишь в магазин, вытаскиваешь самокат, собираешь его, затягиваешь. Батарея обычно, заводская батарея там процентов на 50-40. Заряжен он, и в принципе до ближайшей остановки он тебя доведет. Все остальное, вот эти затяжки, которые рекомендованы сделать сразу и в течение
эксплуатации всегда постоянно нужно смотреть, проверять, потому что первое, что это начинает разбалтываться, вот эта ось, наверное, самое такое, да, номер один. Но у тебя тут должны быть уже свои ключи, шестигранники, и постоянно проверять. Вот. Что еще? Колеса остались те же покрышки. Один в один я смотрю. Итак, самокат выглядит более устойчивым. Самокат, я повторюсь, черного цвета. Подножка с ребрами. Более массивная ножка. Прямо такая металлическая, железная. Ножка, как вы видите, очень толстая, цельнометаллическая, а в предыдущей версии она была из двух частей и закручена болтом. Что касается ребристого резиновой насадки, наклейки, вот это от версии ES4, да, на наших предыдущих ES2 такого не было. Вот, конечно, она более устойчивая, но мыть ее будет, думаю, сложнее. Все остальное без изменений. Да, тормоз задний, да, вот, достаточно упругий. Вот. Здесь тоже в рулевом ничего не изменилось. Ну, в общем, красавчик. До сих пор не удлинили вот это крыло. И в первую очередь, что надо будет нам сделать, это добавить вот крыло. То ли самодельное можно сделать из какого-нибудь легкого материала, либо можно заказать специалистам, которые сделают это на лазерном принтере. Но это добавит чуть-чуть веса. Так, гашетки. Чуть-чуть поменялся цвет, хотя я не знаю, он может, наверное, лавироваться, потому что был желтенький, сейчас зеленый, синий. Тут все то же самое. 4 болта, хотя говорят, вот на И-22 тут уже 6 болтов, они дополнительно. Не знаю, на самом деле, оправданы ли это, нужны ли тут 6 болтов, но на этой версии их 4. Да, пока новый чувствуется, что он такой упругий. Все то же самое. Абсолютно ничего не поменялось. Да, здесь провод как торчал на разрыв, на изгиб, на острую поверхность, он так и остался, ничего не сделали. Это выпирает, не закрыто. А вот на как раз модели И-22 они убрали амортизатор, поэтому дека у них уже прямая. Очень мне интересно, конечно, посмотреть, насколько она отличается, потому что они убрали амортизатор с передней вилки. Хотя не знаю, один из минусов этой модели в том, что он, конечно, жестковат за счет того, что покрышки у него литые. Но это также огромный плюс, что за 3 года нам, слава богу, не пришлось обращаться в мастерскую и менять камеру. Но каждая кочка неровности асфальта, ты все это чувствуешь. И говоря сейчас о ES22, который убрали, и повторюсь, передний амортизатор и этот амортизатор, выровняли деку, я не знаю, насколько оно мягче, хотя там покрышки чуть-чуть измененные, они мягче, но тоже бескамерные. Поездим. Посмотрим, протестируем на улице и расскажем, как он ведет себя при езде по городу.
Всех благ. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите продолжение.